Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня я вновь хотел бы с вами поговорить о проекте MetaKing. У проекта произошло много различных изменений, да, то есть, ну, есть какие-то новости, о них я сегодня вам расскажу. Также в конце видео расскажу вам про один очень крутой конкурс, поэтому смотрим видео обязательно до конца. Ну и отвечу, конечно, на все ваши вопросы, которые вы постоянно задаете. Вы и в личку задаете, и в комментариях там писали, да. Ну и, конечно же, в чатах одни и те же вопросы. Первый вопрос. Когда я смогу продать токены, которые я приобрел именно на Айдо? Ответ давали уже миллион раз. Я не знаю, почему люди до сих пор это спрашивают. Да, то есть разблокировка у нас будет 23 февраля. Ну и, соответственно, потом сможете продать. Там не вся сумма разблокируется, а только половина. Я думаю, что с этим понятно. Второй вопрос. Где же трейлер? Трейлер у нас будет. Да, команда здесь задержалась. Они это сказали. Трейлер должен быть в прошлом месяце. Ну, соответственно, сейчас они пообещали, что он будет в январе. Я думаю, что в ближайшее время он появится. Потому что если он действительно не появится в январе, то здесь уже, ну, просто-напросто комьюнити съест, да, команду. И, ну, я думаю, что уже никто не будет им верить. Еще один важный момент, да, когда у нас цена падала. Я думаю, что, ну, все, кто зашел в этот токен, все здесь переживали, да, что цена у нас упала, соответственно. Здесь была какая штука? Получается, что человек как-то смог, какой-то хакер или кто, да, он покупал на Айдо и лил стакан, да, то есть у него почему-то не было заблокировано, ну, как я понял. Ну и, соответственно, цена, конечно, укаталась почти ноль, но команда все же восстановилась, сейчас цена у нас нормальная, ну, соответственно, она, конечно, не как была там на хаях, но весь рынок упал, и цена вполне достойная, да, если сравнивать с ценой Айдо. Цена МТК у нас на данный момент 62 цента. И вот как раз таки это самое падение эпичное, да, все думали, что все, проекту хана, проект он закрывается и так далее. Но нет, этого не случилось, команда все-таки вырулила. Да, там у нас как раз таки цена улетела очень-очень высоко, $62, как мы видим, да, по графику. Ну и, соответственно, вот оно у нас, это знаменитое падение, очень сильно, да, вот как раз таки когда сливали. Но цена у нас восстановилась, команда постаралась, да, сделала все возможное, восстановила цену. Ну, конечно, там не до доллара 62, но это и были хаи, да, то есть то, что здесь у нас потом падало, это нормально. И сейчас у нас цена в районе там, получается, 60-70 центов. Вполне рабочая цена, ну и по сравнению с ценой Айдо, это, конечно же, тоже подарок. Как вы видите, у меня имеется токен МТК, да, в прошлом видео я показывал, что я приобретал токены, да, то есть покупал на 0.5 BNB, на Айдо, ну и плюс там аирдроп делал, реферал тоже заходили, ну и, соответственно, у меня сейчас такая сумма. Да, я не думаю, что у нас цена после разлоков, конечно же, будет там 60-70 центов, это, ну, это было бы, конечно, шикарно, но это просто-напросто нереально. Ну, по крайней мере, я в это не верю, да, то есть я в крипте давно, соответственно, я в это не верю. Но я думаю, что цена все равно будет выше, и будет выше намного, да, я даже думаю, да, что чем цена именно на Айдо. Поэтому я, наверное, еще даже прикуплю, да, до одной BNB-шки. Ну и, соответственно, надеюсь, конечно, цена у нас будет на иксах, дадут слить половину и уже сразу окупится тело, и даже, думаю, сможно будет заработать. Не факт, конечно, что так будет, все мы понимаем, криптовалюта, риски присутствуют, поэтому прежде чем инвестировать в данный проект, думайте, пожалуйста, самостоятельно. Я никого не зазываю, да, то есть я просто рассказываю вам о данном проекте. Инвестировать сюда или нет, решаете вы уже самостоятельно. Проект за последнее время очень сильно вырос, да, то есть посмотрите на их читателей, это 321 тысяча человек. Ну, то есть каждым днем здесь все больше и больше народу, телега уже там заполнена у нас английская, 200 тысяч человек. В русской тоже люди прибавляются, ну и на других языках. Да, то есть действительно комьюнити здесь растет, я надеюсь, что команда не подведет это самое комьюнити. Итак, MetaKing у нас проводит действительно грандиозный конкурс, и приз здесь Lamborghini. Да, то есть ламба за огромные деньги. Все, что вам необходимо, это приобрести токены именно на Айдо, да, на сумму $1000. Ну и также не продавать их, да, когда они будут разлочены. Вам необходимо будет держать их до 24 марта, тогда вы будете считаться участником и будете иметь шанс именно заполучить эту самую ламбу. Также еще одно условие, это то, что победитель должен будет сниматься, фотографироваться,
Ну и все вот это делать, да, на камеру, должен будет сказать свое реальное имя и так далее. Ну, то есть, как я полагаю, они там вручать будут эту лампу, да, вам необходимо будет сфотаться, может быть, какое-то видео с вами снимут и так далее. А тоже к этому должны быть открыты. Лампа у нас стоит $250 000, да, то есть победитель розыгрыша получит Lamborghini Aventador или эквивалент BUSD в размере $250 000. Да, то есть, если захотите, сможете забрать именно $250 000, либо ламбу, то есть на ваше усмотрение. Условия конкурса прописаны у них и в Телеграме, и в Медиуме, и в Твиттере, да, то есть можете почитать. Многие говорят, что ламба фейк и так далее, но хочу вас огорчить, ламба у нас настоящая, имеется видео на их YouTube канале, можете его посмотреть, вот она ламба, вот они надписи Meta King, да, ну вот эти самые наклейки. Ламба есть, ламба настоящая, они сняли видео, там много фоток, как в ней сидят и так далее. Ну, то есть, ламба действительно у нас имеется, и кто-то ее сможет выиграть. Приз крутой, да, то есть, не видел ни разу, чтобы разыгрывал кто-то действительно Lamborghini. Как приобретаете монетку на IDO? Я показывал много раз, да, то есть, ничего сложного здесь нету. Первое, что вам необходимо сделать, это присоединить ваш кошелек MetaMask. Настраиваем сеть Binance Smart Chain, коннектимся, да, то есть через MetaMask. Вбиваете сумму, на которую хотите приобрести, здесь у вас появляется сумма, на которую вы купите, да, то есть и нажимаете купить прямо сейчас, подтверждаете это все дело в MetaMask и, соответственно, приобретаете. На данный момент у нас цена вот такая, да, как мы видим ее на экране. И у нас это IDO, получается, 24 декабря началось и закончится в воскресенье 23 января. Потом будет еще один раунд, да, который уже начнется 22 января по 23 февраля. Ну а потом уже будет, соответственно, разблокировка. И мы уже сможем, да, то есть продать эти самые токены. С этим понятно, если хотите подробнее, да, как увидеть, как приобретать. В прошлом видео я все это дело показывал. Можете перейти на него и посмотреть. Ну и также здесь имеется у нас реферальная программа, о ней не забываем, у каждого имеется реферальная ссылочка, пригласите своих друзей на IDO и получите 10% от инвестированного BNB плюс 10% от купленных токенов МТК, отправленных прямо на кошелек. Соответственно, здесь можно еще заработать и на этом. Поэтому, кому интересно, обязательно присоединяемся. Ну что же, давайте подведем итоги. Я сам лично приобретал токены MetaKing на IDO, да, я, конечно, не надеюсь, что они будут, ну, после разблокировки именно останутся по такой цене, да, 60-70 центов. Это, конечно, нереально просто, ну, я так считаю, это мое мнение, может быть, кто-то с этим поспорит, но я считаю, что цена у нас, конечно же, упадет, но я хочу надеяться, что цена все же будет выше, чем цена IDO, да, на которой мы приобретали. Также надеюсь, что в этом месяце команда выпустит трейлер. Это, ну, будет им огромным плюсом, да, то есть доверие больше вызовет именно у комьюнити. Соответственно, им просто необходимо это сделать. Решать вам, да, то есть инвестировать сюда, либо нет. Никого не уговариваю, как и говорю всегда в своих видео, да. Я просто делаю обзоры, ну и высказываю свое личное мнение. Ну а решайте вы уже всегда сами. Все ссылочки на данный проект я оставлю в описании под этим видео. Кому интересно, переходим и изучаем. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!